На конкурс дети читают стихи. Ледянкина Ирина, 4 года, город Ярославль, Роберт Рождественский, письмо про дождь. Идут обычные дожди по собственному лужу скользя, как будто не по крыльям идти, а прятку наружу нельзя. Даже смешно, ничего не ждешь, никакого чуда не ждешь. Засыпаешь — дождь, просыпаешься — дождь, выходишь на улицу — дождь, видишь точку пустую голову, город видишь пустую. Газировщица скрючилась на углу, упорно торгует водой. А воды вокруг столько воды, просто некуда разливать. Это все равно, что идти торговать солнцем там, где сейчас ты. А может быть, и у вас такая же чехарда? По подъезду в глине газик удаст, на балконе словно вода. Если так, значит, в мире какая-то ложь. Так и не должно быть. Нет, потому что нужно. Если мне дождь, то тебе солнечный свет. Как дочка солнечная, как среда, как трескучая пряска огня. А тебе не должно быть дождей никогда, пусть они идут у меня. Они идут, слепые дожди, и деревьев нет, и травы. Пожалуйста, это письмо порви, и меня за него прости. А впрочем, дело совсем не в нем. Просто трудно терпеть. Море гудит за моим окном, как поезд, идущий к тебе.